Всем доброе утро, друзья, мои уважаемые подписчики и гости моего канала. Сейчас у нас утро, часов сколько, наверное, 5:30 утра. Да, потому что еще темно на улице, видите, да? Но мы едем, тут осталось вообще буквально 10 км. Будем лодку спускать, ну и встретимся с вами на воде, друзья. Все, мы сейчас выходим из бухты, плывем к своему месту, лодку спустили, на улице погода нормальная, плюс 10, плюс 11, надеемся на клев. Тесть пока удочки распаковывает, устанавливает, небольшой туман, ну как бы мы настроены на рыбу, друзья. Так, и сейчас вот такую вот снасть будем пробовать. На ней получается у нас две таких рыбки с крючками. И снизу пилькер голубенький поставим с беленьким. Что она как себя сейчас поведет. О, селедочка идет потихонечку. О! Это смотри, бьет удочка это у тебя. Вытаскивай, если бьет. Давай. Бьет. Вытаскивай. Удочка, смотри, как бьет. Вытаскивай, все дела. О! Смотри, какие жирные. Вообще красавцы. Вот эта селедка, я понимаю, прет нормально. По две, по три. Хорошо идет. Ух. Вон клюет. Клюет левая. Теперь правая. Левая, правая. Ну, хорошая стая проходит сейчас мимо нас. Сейчас по идее. О, пошла жара. О, и у меня
Давай, давай, иди сюда, родная. Вот таким образом селедочка идет роднулька. Прям за глаз зацепил, прикинь. Тут раз мы как раз вот по вот этой и шли линии, да? По серединке. О, рыбка пошла, да? Вроде. Давай, 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 давай. Тут рыбка должна идти. Селедочку он, Федорович, таскает потихоньку, что? Все, ну нормально, что. Хотелось бы, конечно, крупную бы, блин, где крупная рыба? Вот он. Ну-ка, иди-ка сюда, родная. Ну да. Селёдочка. Вот тоже. Тоже пошла, да? Ах ты, блин, пошла. Сорвалась. Сорвалась. Подсорвалась, малёшка, да? Но все равно уже как-то интереснее. О. Давай, 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 давай. Блин, сорвалась, что ли? Не сорвалась. У меня тоже сорвалась. Вот сейчас вторая удочка бьет у меня. У меня сейчас вот эта удочка. Есть? Отлично. И у меня тоже есть. Вот она. Отлично. Отлично. Я пошла сразу. Бах-бах. Подоклевала. Тут крючок. Вот еще одна удочка пошла. Пошла, пошла, пошла. Ага. Две, да? Отличненько. Отличненько. Три. Ну-ка, Федорович. Да вот. Покажи зрителю. Три штучки. Во, три. Вообще полные крючки, друзья. Рыбалка идет. Отлично. Отлично. Море, как говорится, ни с чем не сравнить, друзья. Вот, заканчивается у нас рыбалка, друзья. Вот, хотели показать. Ну-ка, подними. Тяжело, да, тяжело. Но вот за весь день, с утра до 4 вечера, одна селедка, друзья. Нормально тут. Килограмм надо будет дома взвешивать, селедка. Так что погода уже все. Видите, сами уже все темно становится. Скоро, видать, дождь пойдет или что. Так что мы собираемся. Давайте, ребята, до скорых встреч. Спасибо за просмотр.